Привет всем, с вами Прайс. Я хочу вам показать очень интересную клавиатуру, механическую клавиатуру. Называется Gaming Keyboard Hazard CND-SKB6. Производитель этой клавиатуры Canyon. Расскажу коротко о технических характеристиках этой клавиатуры. Соответственно, у нее имеется в наличии 104 механических кнопки, синие механические переключатели, глубина нажатия 4 мм, глубина срабатывания 2,4 мм с силой 60 плюс на 10 грамм. Кнопки рассчитаны на 60 миллионов нажатий. Это самое интересное. Кроме этого, НКРО защита от залипания клавиш и фантомных кликов. Еще блокировка кнопки Windows Start, 20 типов подсветки, 6 настроек подсветки для наиболее популярных игр с возможностью перепрограммирования. Кроме этого, нанесение символов методом Double Injection. Давайте распакуем клавиатуру и посмотрим, как она выглядит в реале. Я купил ее с русской раскладкой, соответственно, тут и английская, и русская раскладка. Кроме этого, они имеют подсветку, и русский расклад, и английский расклад, соответственно, имеют подсветку. Ну, это его небольшая книжечка, технические характеристики, как использовать и тому подобное. Вот такая она у нас. Откроем, посмотрим. Так, тут, соответственно, ключик для клавиш. Так, коробочку в сторонку отложим. Так, распакуем, смотрим, какая она у нас. Короночку. Кстати, скажу я вам, я не стал париться, не стал покупать особо дорогое что-то. Соответственно, думаю, соотношение цены и качества этой клавиатуры заслуживает особое внимание. А вот и красавец. Вот наша клавиатура. Отличная. Ну, вид, по крайней мере, прекрасный. Кстати, у нее металлический корпус, что очень интересно. Отлично кликает. Вообще классно. Те люди, которые привыкли слышать клики клавиатуры, эта клавиатура особо понравится. Кстати, есть еще другая версия этой же клавиатуры, которая имеет шумоподавляющий эффект кнопок. То есть они не очень сильно кликают. Соответственно, ну, не знаю, есть люди, которым не хочется слышать клик клавиатуры. Но мне понравился вот такой кликовый вариант. Давайте включим ее и отдельным кадром я вам покажу расцветку клавиатуры и как можно сменить ту или иную расцветку. Поехали! Ну, теперь давайте включим клавиатуру и посмотрим, как она выглядит в рабочем состоянии. Так. Вот так. Красота. Очень красиво. А теперь я вам покажу, как это все выглядит в ночном свете, как говорится, при полной темноте.
Ну вот и включается наша клавиатура при полной темноте. Очень красивая раскладка. Мне очень нравится, как она кликает. И цветовая раскладка очень красивая. Прекрасная клавиатура. Я думаю, она многим понравится. Самое главное, что русская раскладка очень хорошо видна. Также и английская раскладка. Так что можно обратить внимание на эту клавиатуру. Ну, ребят, вот и, как говорится, геймерская клавиатура по цене довольно-таки дешевая. Она стоит примерно, ну, если подумать, то получается где-то около 3000 рублей. Соотношение цены и качества, думаю, идеальное. А как будет работать в играх или в обычном использовании, я отвечу всем в комментариях. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараюсь ответить на все вопросы, которые вас интересуют. Спасибо всем, с вами был Прайс, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.